Всем доброго времени суток. Немного сейчас о погоде расскажу вам на пасеке, которая не благоприятствует успешному завершению зимовки, по крайней мере на сегодняшний день, 12 марта. Вроде бы середина марта, а погода холодная, ночью было минус 6. Сейчас хоть и солнце, но ветер холодный, где-то около нуля. Как видите, пчелы нигде не летают. И нет возможности никакой им помочь успешно завершить зимовку, потому что в такую погоду нет смысла туда лазить по ульям. Уже есть, думаю, в основной части семей расплод в небольших количествах. Возможно, кому-то нужен какой-то там подкорм дать, подставить мед. Но погода не позволяет это делать. Просто я не вижу смысла реально лазить в ульи по такой погоде, как говорят некоторые пчеловоды и делают там, например, срочная работа на пасеке, нужно быстро заменить донья. Именно там 1 марта первая работа на пасеке. Замена донья. Снимаются корпусные ульи, ставятся чистые донья назад. Это все определяется корпус пчелой. Но если реально рассмотреть здраво на вещи, то какой смысл в этой операции? Может, там стакан какой-то в улье целую зиму, 3 месяца никому не мешал. И тут бац, 1 число на календаре, и он начал резко пчелам мешать как-то. Надо срочно его убирать, получается, по логике пчеловодов. Но лежит он себе, пускай лежит, зачем их беспокоить? Сейчас снятие корпуса в такую погоду — это лишний стресс для пчел. Все равно какой-то толчок будет, хотя бы там даже небольшой, в каком-то улье. И хотя был недавно облет пчел, все равно 100% все пчелы не облетелись. Это опять же беспокойство, можно вызвать еще больше там какую-то тревогу, ну, в каких-то проблемных семьях, опонашивание, ранний расплод. Нет никакого смысла сейчас чистить донья, я считаю, потому что пчелы не чистят сейчас донья, они сидят в клубе. Вот если когда начинается тепло стабильно, начинается вычищение литков, тогда да, надо быстро помочь пчелам убрать этот подмор, там, почистить все, обжечь, продезинфицировать, навести порядок в улье, там, подставить мед, посмотреть, что там делается, есть ли матка там. Матку не искать не надо, просто посмотреть, есть ли расплод. Сейчас, кстати, глянем, как там в одном улье, где я там давал для эксперимента там подкормку, как они себя чувствуют. Накроем стол и выпьем за любовь, и будет хорошо, все будет хорошо. Единственная работа, которую можно сейчас сделать срочную, это подкормка пчел. Если реально пчелы нуждаются, вы знаете, что там корма как бы маловато в некоторых ульях, вы должны знать, мало ли там корма или там хватит до апреля месяца. Тогда можно раздать в эти семьи, открыть крышки и просто разложить мед в пакетах или там канди, то что разлаживает. Это единственная сейчас помощь в такую холодную мартовскую погоду. Я думаю, это реально, ну, спасение пчел, если там они нуждаются в этих подкормках. Если там в ульях достаточно меда, то я думаю, нет смысла туда лазить, все равно до весенней ревизии. А потом уже в весеннюю ревизию сделать все работы там полностью. С одной стороны, еще пока ничего страшного не происходит, только середина марта, хоть и холодная, но по прогнозу такая холодина будет, наверное, до конца марта, до 1 апреля. По сайтам уже видно, что никакого потепления явного не будет. Обещают дожди через 3 дня, один день тепла, потом снова там холод, ветер. Такое уже было 3 года назад, ничего страшного не случилось, но задерживается развитие. Ну, как бы, немного все-таки идет опоздание, там, на недельку, на две. В целом, решающий будет, конечно, апрель для развития пчел. Апрель – это главный месяц в весеннем наращивании пчелы. Но пока уже есть такие, ну, из-за холодов задержки. И с осмотром пчел, и с работами, с пасечными. Одно хорошо, что был сильный облет по всей Украине. 26 февраля облетелись основная масса семей, основная масса пчелы, уже им легче, очистили кишечники. Вот это очень хорошо. Если бы такого не было облета, было бы еще хуже намного ситуация.
Ну, будем надеяться на хорошее развитие событий. Посмотрим, как дальше будет. Ну, в общем, можно подкормить пчел, если есть такая надобность, а если нет, то смотрите сами. Все-таки по прогнозу в ближайшее время тепла не будет. Димон, здорово. О, здорово. А что тут за аквадискотека? Да, рассказываю людям, что холодная весна у нас. Как бы надо уже что-то делать с пчелами, там какие-то весенние работы. Но что-то погода не позволяет. Единственное, что может, надо корм раздать в улей. А я тоже как раз иду кормить своих узетов, если они живы еще. На второй тачок. Ну да, ну да. Ну ладно, подойду попозже. Да подожди, тут еще одна новость. А ну, а ну. Блогера уже обложили налогом. Ты слышал? Правильно, так вам и надо. Ты, кстати, тоже меньше в кадр попадай. Это а тоже. Я не блогер. Заберут и шапку последнюю. Да, реально пришло письмо с Гугла, с YouTube, ну там с службы поддержки авторов YouTube, там, короче, официальное письмо, что США решили ввести налог на YouTube, на блогеров, на пчелоблогеров в том числе, на всех подряд. Все, кто получает доход с Америки, то есть, ну, если есть просмотры с Америки и вы находитесь на территории Америки, это налог стопроцентный. Если вы находитесь на территории другой страны, то вам нужно заполнить налоговую форму. Я уже заполнил, она там занимает, ну так, в принципе, немало времени, где-то полчаса, там свои данные все указать. И тогда они будут решать, какое налогообложение там ввести вам. То есть с этих доходов, там, с этой мизерной рекламы, какие-то там, сколько там, с ролика о пчелах, $1.5-$3. Вот это еще будет браться, если на территории Америки 24%, а если на территории Украины я заполнил, я нахожусь, то будет браться 10% у нас. Не хочу. В общем, решили нас немного пощипать, блогеров. Так что заполняйте формы, потому что вообще приостановят выплаты, если они у вас есть с AdSense. Это эти копеечные. Вообще не будет ничего. Хотя это вводится с июня месяца, но сейчас уже будут блокироваться все выплаты. Заполняйте формы. В некоторых странах нет. Вообще ставка 0. У нас 10%, в Молдавии я слышал, 10%, 0%, в Литве 10% с блогеров, в России 0, по-моему. Ну, в общем, смотря какая страна, там все зависит от этого. Ну, в общем, такая ситуация с погодой пока не очень. Еще и налогами обложили, хорошо хоть не на пчел. Ну, будем смотреть, что дальше. Димон, за ту чушь, какую несут некоторые недоблогеры, я вообще пожизненный бан в YouTube бы давал. На кого ты намекаешь? Да есть там у вас коллеги твои. Я там некоторых уже просек. Они под моим контролем теперь будут. Ну ладно. Давай тогда. Чао, и какао. Тоже, ты тоже не балуйся. А то и ты попадешь в черный список. Чао, давай. Алверды. Всем пока, чао, какао, удачи, все будет хорошо. Чао, чао.